Люди, вы тут? Начинаем, да? Да? Да, мы начинаем КВН. Были же зубы в прошлый раз, вроде бы. Зубы были. Привет, дружочек, носочек. О, вы как эти две. Вот так можно делать. Это как... Я уже вижу, как тебе не терпится узнать. Ну, конечно, я для тебя приготовила очередной сюрприз. Мы будем пить с тобой чай. Этими пончиками. Да, угощайся. Ну, конечно же, не из носков. Конечно, они не настоящие. Их надо понарошку есть. Все верно, они не настоящие. А из чего они, как они делаются, я тебе сейчас расскажу. Я так мечтала делать пончики из носков. Ты как Менделеев, спал, тебе приснилась таблица, так и здесь. Спал и приснились пончики из носков. Откуда ты все знаешь? А вот так, потому что они тут лежали, вот и поеду. Пазл сложил в своей голове и сразу мне выдал инструкцию. Тогда давай показывай мне, как делать будем носки. Я думала, вообще, если честно, я думала, что мы эти носки будем с тобой мерить сейчас. Так, выбирай цвет, джентльмен. Смотри, я тебе покажу. Вот такой есть белый пончик, смотри, с розовой глазурью. Снова белый пончик с... Сливочный. Сливовая, сливочная, да, подливка сверху. Вот такая. Так у нас голубая глазурь. И вот у нас, видишь, оранжевая. Ну, до глазури мы дойдем. Какую хочешь основу пончика? Он у тебя будет классический, беленький. Может быть, это какой-нибудь вот такой... Или вот какой-то волшебный. Клубничный, ну... или лавандовый, смотри. Отлично. Ну что, я тебя поддерживаю. Ну, говори, что надо делать. Это тебе. Говорите. Вот, а здесь уже есть подсказка. Что нужно? Нам нужен вот этот носочек, потому что сверху дырочка. Правильно, но это как пример. Давай, отрезаем. Только аккуратненько. Конечно, конечно. Вот так, смотри, ориентируйся, вот я тебе примерно. Угу. Так, подожди, подожди секундочку. И давай, 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 давай. Хорошо. Операция И. Энергип очерненько. Ну все, носок получился по полной программе. Так, у меня будет лавандовый, да? Лавандовый. Лавандовый. Ну что, давай, теперь ты мне помогай. Были же зубы в прошлый раз, вроде бы. Зубы были. На челлендже 72 часа дорогие-то обратно, мы их потеряли. Мы потеряли. Блин, я смотрю на видео, не пойму, что такое. Давай, старый дедушка. Попилявить будем. Привет, дружочек, носочек. О, вы как эти две, вот так можно делать. Это как два гуся. Жили у бабуси два веселые гуся. Вот такие гуси жили у бабуси. А дальше подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на его канал. Быстро. И лайки! А что же дальше? Дальше нам нужен пух. Может, Винни-Пуха позвонить? Винни-Пух, приходи! Хорошо живет на свете Винни-Пух! Оттого поет он эти песни вслух! И не важно, чем он занят, если он толстеть не станет! А ведь он толстеть не станет! Никогда! О, это пенка! Я хочу покупать! Конечно же, Ярослав, я тебе так скажу. Если бы у нас был настоящий пух из гусей, из тех самых гусей, понимаешь? Это бы прям было о-хо-хо как! Это что о-хо-хо-хо как? Синтепончик! Ой, как тепло, как удобно! Куда добавляют синтепон? Ты знаешь, во что добавляют синтепон? Подушку! Молодец! Давай 5! Еще куда? Ну, давай я тебе подскажу. Когда на улице зима, люди на себя одевают... Куртку! Молодец! Почему ты мне подсказал, оператор? Опять этот оператор подсказывает. Оператор! Мы засунем в рот пончик. Вот так вот. Это вы так радуетесь, что оператору пончик засунули, да? Вот они, ехидные улыбки. Мы спрячемся под столом, это не мы! Ну
Ну что, давай, скорее. Скорее сделаем наши вкусные. Все перепутала. Молодец. И для подушек, и для... Это я сипу, я взяла. Я тебе буду показывать, а ты будешь за мной повторять. Смотри, как нужно будет сделать. Гляди. Ярик, посмотри, пожалуйста, видишь, низ, где мы отрезали, мы чуть-чуть подворачиваем. И в этот подвернутый краешек мы начинаем потихоньку, запихивать по кругу аккуратно, не спеша, по чуть-чуть. Это наш пух. Синтепон. А еще есть синтепух. Это когда синтепон с пухом вместе и просто отдельно пух. Да, не-не-не, хорошо, прям хорошо взял, молодец. Это синтепон. Да. Вот так вот закручиваем. Вот. Молодец. Вот. И вот, молодец. И теперь вот так вот, видишь, чтоб не торопись. Главное, вот так, пальчики положи, как я. Положи вот так. Вот так вот. И теперь вот этими большими, вот так нужно их вот так вот вывернуть сюда. И вот такой кончик мы получаем. Ну красота. Вау. Я сниму бабулю, буду спать. А бабулю мы сделаем какой? Какой? Чёрненький. Тоже. Ну на, давай. А что на меня смотрите? Я оператор. Теперь ты давай сам дальше. Первый кончик ты сделал сам. Дальше вспоминай как. Я отмечу чуть-чуть, будешь помогать? Ну, конечно, буду. Перед этим добавлю слюну. И засунем. Я сделаю шарик. Командная работа называется. Это называется не толстенькая чуть-чуть, это называется... Хорошей женщине должно быть много. Да. Вас двое, я один. Я вот так и трогал, когда Елена была. Я вот так, она была очень, я хотел папе. Папа, подруга, мама такая мятая. Нет, это волшебный ярик. Все сюда склеить, заклеить, вклеить. Это мы сделаем сейчас, подожди. Вклейся и вклей. Кто пока никуда не торопится. А пока наш клей-пистолет разогревается, для того, чтобы мы смогли приклеить нашу глазурь, мы как раз-таки перейдем к изготовлению нашей глазури. У нас есть вот такие красивые трафаретные трафареточки. Гляди. Почти похоже на синий. Смотри. Сейчас смотри. Я все починю, да? Да. Ох, удивятся мои коллеги по цеху, когда придут и увидят маленького фиксика. Как ты тут? С винтиком. А когда они придут? Да никто не придет. Сейчас, сегодня точно никто не придет. Ну, завтра, может быть, через 2 дня. Смотри, какие красивые. Скажи, пожалуйста. Какой тебе нравится? Какой ты хочешь? Какая глазурь будет на твоем пончике и на пончике твоей любимой дорогой бабулечки? Ровненький до бабули. Давай. А у меня будет... Ну, я сделаю вот такой лучше. Нужно ввести, чтобы мы сверху наклеили на пончик. Нужно теперь для бабушки ввести все то же самое, как ты сделал. Давай, я пока начну потихоньку вырезать. Потихоньку. Типа, значит, у нас не компания. Тебе понравилось сидеть отдыхать? Да. Ну. Та-дам! Опа! Вот тебе такой сверху, смотри, какой получился. А Наталья будет так делать? Вырезай ты теперь. Я вон тебе вырезала, давай для бабульчики вырезай. Аккуратно. Ой. Давай. Хорошо, вот. Отлично. Был танец кейк-попсов, а теперь танец пончиков. Египетский. Пончики.
Яра, тебя вообще ничего не скрыли. Гоняешь в нем краску. Ну что такое? Что такое? Ну что такое? Ну что такое? Ну что ты меня как эту маленькую девочку? Маленькую девочку. Я повторяю. Давай, смотри, мы почти на финишной прямой. Мы сделали чудесные пончики. Мы выбрали разную глазурь. Глазурь Ярослава для бабушки и мой вот такой пончик. Ну что, давай будем пробовать с тобой. Пробовать приклеивать. Приклеивать, глазурь. Да. Надо ждать неделю. Угу. Приклеивать. Ой, какой он аппетитный! Какой он вкусненький! Какой у меня пончик? Мне кажется, надо было побольше сделать. Сейчас это только на матче. Вот так вот, видишь, где я пончик? В самом краю. Ты придешь домой? Об этом вы узнаете в конце этого выпуска, молодой человек. Когда мы закончили офигенских пончиков, уже мы... мне лично не терпится. Вот когда мы делали открытку до мамы, вот мы то же самое будем сразу прощаться. Поэтому не выключайте камеру. Не буду выключать. Смотрите, спасибо, у нас есть вот такая вот наследная. Вкусная прицепка. Я же про нее говорю. Вот такие замечательные просто. Офигенные пушистики. Чтобы сделать нам вот такой вкусный пончик, нам нужно взять клей-пистолет, вот такие вот волны сделать по глазури и потом перевернуть. У нас есть еще акриловые краски. И мы сможем сделать контур. Обратите внимание, что практически у каждого пончика готового на нашем столе есть это вот девочки, такой это вот контур. Это делали девочки. Можно поправить тут дорогу? Я думала, можно попробовать. Пробовать, друзья, ни в коем случае нельзя. А что? Вы не прижимайте. И засунем его сюда. Дави. Присыпайте. Вот так. Это будет же красота. Конечно. А может... Давай. А есть такая серенькая глаза? Да, посмотри. Смотри, как мы с тобой оперативно работаем. У меня с блёстками получается. Вот такой у меня будет. А на высоту красный. Сильно медведь, сильно медведь. И на краске, это вообще. Это ваши питомцы, как игра называется? А можно мы приклеить? Нет, нет, не приклеится, не приклеится, не волнуйся. Всем пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Ярослав Стори и красную кнопочку, и лайки, и красную кнопочку, и сердечки. Пока! А я вот... И все пончики! Ну, я же хотела кое-что тебе сказать. Что? Даже не сказать, а подарить. Я хочу тебе, Ярослав, с прошедшим 23 февраля подарить тебе вот такой замечательный пончик от меня. У тебя будет целых два пончика. Вот этот твой, вот этот вот мой и бабулечки. Да. Можно вашу щечку? Ну ладно. Ну ладно. Муа. Приходи еще ко мне, я буду очень рада видеть Хорошо. Тебя в следующий раз. И в этот раз я была рада с тобой повидаться. Ты большой молодец, давай 5. Ой, ты сделала сердечко букву. Я испытываю чувство. Пока! Надо с клеем обращаться очень аккуратно. Родители, зачем? Ладно. Все пишется с первого дубля. Профессионалы. Что было за кадром, остается за кадром. Да, это точно.